Как говорили галантные кавалеры 18 века, чего хочет женщина, того хочет Бог. Однако нам, мужчинам, подчас очень сложно угадать, чего же хотят наши любимые. А эта проблема становится очень актуальной именно сейчас, перед 8 марта, когда мы в зоопарке ищем подарки. Так давайте узнаем у женщин, чего же они хотят на самом деле. Скажите, совсем скоро будет 8 марта. Что бы хотелось получить на 8 марта и как ваш мужчина об этом догадается? Скажете, намекнете? Нет, цветы каждый год. Так что ничего нового и удивительного для него не будет. А мужчине как намекнуть? Ну да, как-то вот стараюсь тайком ему сказать, наводящими вопросами намекнуть, чтобы он узнал мое желание. Цветы, да. Конфеты, духи. Я надеюсь, он все сам должен знать. Намекать не буду. С моим мужем надо говорить четко. Я хочу вот это, и все. Сейчас ничего не хочу. Хочу, чтобы все были здоровы, и все. Это самое главное, учитывая, что гуляют вирусы всякие. Самое главное – здоровье близким, родным и детям. Он знает, я уже сказала прямо. А что? Ну, хороший такой подарок. Ювелирный. Прям скажу. Ну, что-то, наверное, ювелирное. Прямо скажем. А что? Внимание и заботу. Все. Наш мужчина знает, что нам подарить на 8 марта. А что? Большой букет цветов. Самое главное, чтобы был рядом. И все? Да. Сам догадается, цветы. Все? Самое главное – внимание от мужчины. Это самое главное. А как оно будет проявляться, абсолютно без разницы. Я бы хотела, чтобы мой парень просто ко мне приехал на 8 марта и был рядом со мной в этот день. Но, к сожалению, у него не получается из-за учебы. Еще одну розу уж точно не хочется, все равно завянет. Я думаю, самый лучший подарок – внимание мужчины. Вот поэтому, а мой мужчина сам догадается, это точно. Обходя магазины в поисках подарка перед 8 марта, мы, мужчины, думаем, что подарок должен быть обязательно большим, дорогим, ярким. Но на самом деле, как видно из нашего опроса, женщинам нужно всего лишь внимание. Всего лишь, чтобы мы с ними в этот день были рядом.